ставили каву, мы рассчитывали на то, что нам оставит каву. Вот, если бы мы еще каву играли вместо эйра, тогда было побольше шансов, наверное. А так, ну... Ну, играли кавы, ты что, наркоман? А? Я говорю, Лугар, ты убирали кавы? Нет, мы не убирали кавы, почему? А, вы убрали кавы? Подожди, так... Мы не убирали, они выбрали кавы, если бы они поставили. Это не ваша хоум-карта? Ну, я знаю, что Ростарена, да, но... Каверns, камон, ты же тащишь на Каверns. Я же говорю, если бы нам оставили кавы, было бы... Что значит вам оставили? Неужели настолько большое преимущество в рыблах? Вот ты что, с Джерком будешь спорить? Да, ну да. Да? Нет, я имею в виду не в Rebels, но типа... Дело в том, что... Я тебе вообще про карту говорю, а не Rebels. Ну, подожди, вы играли Каверns, я не понимаю, в чем проблема тогда. Да, если поставили нам за Rebels играть, да, я думаю, мы бы лучше сыграли. Ну, бля, ладно, окей, я спрошу еще раз, ну неужели такое большое отличие вот в 30 фрагов зависит от стороны? Ну, я думаю, что да, во-первых, это если бы была вторая мапа, я пришел, блядь, ну, первая половина игры, я вообще просто разминался, наверное, наебали. А почему ты задержался? Кстати, если ты согласен... Задержался, вот. Ну хорошо, я поставил. Да. 22:30 мне Карнаш написал, я сказал, окей. Ну да, я просто приехал. А Карнаш от Минкапа или кто? Мне Карнаш сказал, что играем 20. Карнаш от Минкапа? Че, я не знаю. Ладно, хорошо. Хрен с тобой. Но раз уж ты согласен с тем, что тебе нужно было подразыграться, ты с армянским счетчиком тоже согласен, правильно? С армянским счетчиком? Да. В другом бое. Ты коньяка должен всем, короче, пиздец, ты попал. Да, арарата. Трёхзвёздочно. Окей, ладно, Ильф. Так, как ты это прокомментируешь? То, что он должен коньяка, блядь. Вот, смотри, Хоми, мой напарень, зашёл. Хоми, хомяк, мы смотрели всю, ну, во всяком случае, величайший игрок всех времен и народов, смотрел... Да, смотрел исключительно практически всю вторую карту. Давай, ты выскажись, я скажу, что тебе нужно поменять будет в игре, чтобы тебе попизже было. У нас онлайн-лессоны бесплатно, между прочим. Да, мне нравится. Пока бесплатно первый урок, бля. В РПГ мы не под контролем. Так, в принципе. Ну, они больше вдвоем ходили, мы... То есть организованные они чуть-чуть были, окей. Наверное, да. Господи, я буду попадать с Магнума сегодня или нет? Нет, зачем, забей. Хорошо, какие у вас еще были опции между AirFusion и что у вас еще вот было вот на момент доступное, на момент пика? Там были Overwatch, Frenzy всякие, правильно я понимаю? Только Bio, да, Bio, Overwatch. Вы могли взять Bio, либо Air, вы взяли Air, да? Ну, что... Квас подконтролил бы Био и... Квас Био? Да ну, он же такой, локдаун, кавы там, пострелять, поспамить, но Био, Квас... Нет, ну, по отрезу как по носу, он Био бы держал, на самом деле, поэтому да? Это хороший выбор, на самом деле. Ну, я тоже согласен, мне кажется, вот не с этой точки зрения, что вот просто, ну, как-то он меньше в своей карьере играл Эйр, чем Био, ну, наверное, да, это был правильный выбор, типа, ну, мне просто интересна была ваша логика, окей, понятно, это, типа, вы думаете, что не дал бы, ну, типа, Квас жесткий, базара нет. А если бы у них был трэш, вот тогда что? Вот то же самое было. Был бы жестче, наверное. Трэш, наверное, еще пожестче играет. Блин, мне кажется, что самый жесткий состав все-таки трэш квас. Я не знаю, что-то Карнейдж напрашивается. Ну, мне кажется, там дело вот в роли у него. Он все-таки, ну, не такой уж прям тащило, он больше вот именно саппорт, там риски подконтролить, такое что-то подкрысить, вот. Вот, не, ну Карнаш, ну, респект, ну хорошо играет. Ну, типа, ну, может, не супер он прям там круто играет, но стабильно, круто, ну, стабильно хорошо, вот. Хорош. Сан, чисто бегал, полетал, он пиздец летал, конечно. За ним вообще не было. Да, он нормально. То есть Карнаш чисто под него подстраивался. Да. Ну, ребят, не расстраивайтесь, мы в любом случае насладились как бы так комментированием, вот у нас тут был и Джин, и Пивас там, и у Леры был Red Bull, и вообще она сидела почти голая. Что, бургер будет, я, блядь, в пижаме. Ну, почти голая. Ну, без трусиков же в пижаме, правильно? Да, это факт. Ну, все. Ну, смотрите, если как бы все все сказали, мне есть что добавить вам. Егором, одному Егору, второму Светлославу, видимо. Смотри, Хоми, я за тобой смотрел практически весь эйр.
Вот, ты очень сильно пиздец торопишься. У тебя нет позиционки практически вообще никакой. То есть ты держишь верх. Вам, в принципе, тактика на эти... Вначале был момент, вот разбери его, как помнишь, мы вдвоем прямо смотрели за него, типа когда вот он на арбалет спрыгнул. Да, в самом начале. Ты спамишься внизу, берешь R2 шар, прыгаешь наверх, берешь шотган, видишь внизу enemy, ты зачем-то прыгаешь прямо на него. Непонятно вообще, мне совершенно нихуя ты это делаешь. Вот, у тебя есть КГ. Держишь КГ совершенно спокойно. Даже если ты там никого не убьешь, ты как минимум покоцаешь, дашь инфу своему сбору второму. Вот, но ты предпочитаешь, вот у тебя частая хуйня, ты прям ломишься. У тебя шотган, ты прям ломишься вплотную, пиздить КГ, не КГ, вообще пиху максимально. Иногда гораздо выгоднее не прыгнуть на противника, потому что там хер его знает, перестреляешь ты его, не перестреляешь. Вдруг там второй откуда не возьмется в том моменте. Вот, держи КГ всегда. Тактика на эре очень простая. Вы держите зону зарядки. Все. Один может заряжаться, второй с магнумом стоит, контроль подход. Если кто-то прыгнет в тоннель, вы его всегда услышите, вы сможете оба среагировать. А так все, вы сидите, держите верх. Совершенно спокойно, карта легко очень берется. Кому надо, тот спрыгнул вниз за R2, взял шары и может там посидеть, подождать врагов. Если вдруг вот там вы услышали, что они могут пройти там. Кто-то появился, кинул шар, съебался наверх, все, ждете и стоите опять наверху. Тупо, не надо ломиться, вы очень прям спешите. Я не знаю, как Егор, я занимался, смотрел на второй карте. Вот ты, Свят, прям торопишься, пиздец просто куда-то. Прям прыгаешь, мясо, перестреляешь шотгана, прям. Вот, тебе нужно иногда замедлиться прям на 0,1 секунды и просто вот, не знаю, прицелиться лишний раз, подумать, вот тогда все будет норм. Так, в целом, у вас были очень хорошие шансы, на самом деле, на эре, потому что был один момент, отрыв 2 фрага. Вот, я думаю, ну, может, вы сейчас соберетесь, а вы, видимо, там, не знаю, промитражировали, либо просто, там, не знаю, проторговали там. Но шансы у вас были хорошие. То есть, если вы эр задрочите в том плане, что держать верх и получше коммуникация, на самом деле, потому что хоми, ты тоже иногда отходишь, прям в какие-то моменты, то есть ты вроде держишь верх, потом хуяк, кто-то вниз прыгнул, куда-то пошел, куда-то пошел, там, блядь, что-то чирик обронил, блядь, что там, что-то там лишь закладку, не знаю. Хуй знает, короче, вот. Ты, короче, просто куда-то с позиционки уходишь нахуй. То есть ты вроде такой, о, я собрался, потом такой, бля, не, нахуй, разобрался в пизду, пошел куда-то в какую-то другую сторону. Вам позиционка важна, потому что, в принципе, как бы карнеджи с квазом вы можете перестреливать вполне. У вас моменты и бывают хорошие. Но вот с точки зрения позиционки надо не торопиться, блядь. Вот просто прям не спешить. Прицелиться, подумать вообще, что ты хочешь сделать. Потому что ты вроде идешь на какую-то зону, что-то там делаешь, потом, о, там враг, я сейчас я его добью, сейчас я его добью. Одного добиваешь, потом выходит второй, тебя перестреливает. Потом раз, там Егор он тоже добивает. Вот, то есть потери именно в каких-то микромоментах идет. А макро чисто это вот на эре вверх держите, все, ничего не сделают. То есть если они прыгают, например, в большой тоннель, с которого на РПГ прыгать, вы это всегда услышите, всегда один человек может спрыгнуть сверху и проконтролить тоннель, кинуть туда шарик, либо там физики, либо там спам какой-то, либо просто с магнум или там с арбалета прострелить, не важно. Но время у вас достаточно для того, чтобы прыгнуть сверху, если вы услышали, что кто-то летит в трубу. Либо можно вообще на нее болт забить, и если кто-то прыгает в РПГ, вы можете всегда в окошко туда либо гранату кинуть, либо стрельнуть, либо под РПГ гранатой, если не хотите прыгать вниз, взорвать вот эту кнопку, чтобы человек в РПГ взорвался. Опций масса. Но R, он держится именно вот этой зарядкой. Зона за ней, и вот этот R2, собственно, с шаром, который внизу, из которого можно сразу же прыгнуть наверх. Все. Вот это, собственно, как бы, как держится R весь. Ну, ну хомяк, блядь, понял, сука, не дай бог ты проебешь еще хоть одну карту после... У меня ведь один Air после вот этих уроков в драгоценных. Порубиться, да. Да какие там молодые, вам уже сколько лет-то? Ну, от вас уже венками пахнет, пиздец. Молодые, блядь. Не, серьезно, хорошие шансы были, но Air гораздо лучше зашел, чем Кавы, потому что на Кавах что-то там вообще в одну калитку все это пролетало, там под конец только какие-то моменты были, когда два лыжника уже подрасслабились такие, ну типа просто по фану поиграем. Вот, тогда вот там какие-то фраги получали, а так, конечно, Кавы, ну это пиздец. Может быть, да, зашел. Жерик, ну все, ну хватит душить молодых, ну все. Я как бы, да, импиху, у них круг горячий, что. Да. Слушай, тут это самое, Biohazard, и как раз-таки вот и роллы играют своим полным лучшим звездным составом. Ты, может, зайдешь, просто по фану микс покомментишь? Кайф? Да ладно, чё вы, блядь, я думаю, его вообще отменить. Я бы на самом деле пошел бы посрать, честно говоря. У меня в чате пишут, что я опустил Егор. Да не, я никого не опускал, на самом деле, хорошо играл только вот.
ну, нормально все было. Я говорю, вам надо просто позиционку держать. Вот, потому что в целом вы их вполне можете перестреливать, я повторюсь. Все здорово, вот просто микромоменты какие-то и плюс общая тактика. Нужно вам лучше кооперироваться, то есть какие-то зоны держать, потому что куча была моментов, когда вы начинаете, например, стреляться с тем же квазом, и тут хуякс Карныш неожиданно из угла выбегает, а к нему, блядь, вообще не были готовы, оказывается. Вот, плюс еще иногда, конечно, Хоми, я за тобой смотрел, ты иногда не видишь прям. То есть ты какую-то точку на карте смотришь, ты сидишь на магнуме, который у лифта, смотришь типа наверх, а там снизу я вижу, Карныш бегает, блядь. Я прям увижу, думаю, бля, Хоми, ну просто прицел вниз опусти, пальни туда, блядь, ты попадешь, а ты его не видишь, идешь куда-то дальше, вот увидишь. Да Хоми фапает слишком много просто, он слепой уже. Просто, не, на самом деле, у тебя все сейчас было плюс-минус хорошо, я говорю, только вот меньше нервов, потому что чувствуется, что иногда, может, нервничали, хуй знает, что было. Вот, тупо поспокойнее, контроль моментов, не торопиться, самое главное. Вот, потому что ты торопился прям очень сильно иногда. Не торопись, все нормально будет, потому что вы их перестреливаете, вы можете вполне у них выиграть, и это прям видно, ну, так что все здорово, просто треньте, и, блядь, все у вас получится, заебись, молодцы. Да, можем просто на паблик иногда заходить, потому что я AR там часто достаточно играю, вот, как бы давайте. Да, лучше нахуй твой паблик, лучше ты к нам на SF заходи почаще. Нахуй ваш SF, блядь. Да что, у нас охуенный сервер, ты чё, охренел? Блядь, да, может быть, конечно. Не знаю, я просто, как бы, я говорю, я играю, я просто захожу. Слушай, ну, слушай, я тебе объясняю, вот давай, я просто знаю, типа, в чем как бы, проблема, типа, да, первую неделю-две все будут хотеть обыграть Джерка, а потом всем станет похуй. Да не, я вообще, на самом деле, даже не думаю на этот счет, понятное дело. Да ладно, блядь, что ты не думаешь, блядь, думаешь. Не, серьезно, нет, больше на Джерка душишь, а? Ну ладно, да нет, хорошо, ну, да я не пишу, я шучу. Я знаю, есть люди, которые играют там лучше меня, какие-то должны быть, по крайней мере. Заходи к нам, блядь, на сервер, ты заебал. Подожди, Джерк, подожди, ты сейчас паблик? Сказал, что бывают люди, которые играют лучше тебя. Неужели не осталось этого титула лучший СНГ? Блядь, еще несколько лет назад. Я русский. А мы до сих пор так говорим. Тебя не, до ну сих говорите, пор окей, что я не против, пожалуйста. Я готов поддерживать это, блядь. Бога ради, как хотите, блядь. Да нет, вот. Более там зарубы бывает, так просто 3 на 3, 4 на 4. Может. Вообще максимально разный скилл-левел, но как бы спак, спасибо ему большое, помогает все забавить. Балансить, вот, и распределить команды. Почему? Он заходит за проигрывающую команду, утащит игру всегда, блядь, это надо ему, конечно, отлить, блядь, из замороженной матчи, безусловно. Вот, он, блядь, всех тебя спасет. Аюшки. Расскажи, кто фавориты. Где, в чем? Да я вообще хуй знает, кто там играет, на самом деле, до конца, блядь. Я так просто зашел сегодня, доебался на Лера, говорю, а чего вы меня не зовете, типа, комментируйте? Она такая, ну, заходи, я такой, ладно, сейчас я жорнул, зайду, блядь. Жорнул, зашел. Потому что затягиваем с СФ игру. А кто обыграл Тирана и Альфа? Никто. Тишина. В смысле, никто не обыграл. Тиран это который шоу был у нас, да? Джерк, Джерк всех обыграл, по-моему. Монспот приглашает тебя Джерк, в клан. Джерк всех всегда обыгрывает, даже если он, блядь, нихуя не играет. Это понятное дело. Это... Джерк просто шахматист в жизнь. Так, ёпта. Да не, я особо шахматы не катаю. Монспот тебя зовет в клан Систерс, чтобы сыграть против Яндекса. Что смотришь на это? Замена. Ох, в составе. Да, меня зовет против кого, блядь, играет. Яндекс? Да ладно, ты что, Яндекс? Хуя себе, блядь. Яндекс умеет играть, я думаю, что... Он как-то недавно на паблик заходил, что-то он... Я даже не заметил, честно сказать. Ну, вяло, не вяло, но слушай, Яндекс так-то играет явно не на второй дивизион. Может быть, конечно, он не стреляет как афер, но типа он... Только играет только локдаун, и и то с новой фичи с РПГ. Да, блядь, залетает просто. Слушай, вот я просто уверен, что он тебя вот просто в бою 5 один на один разъебет. Вот я просто готов вот пятихатку на это поставить. Яндекс? Да, Яндекс тебя в бою 5 разъебет. Ты что, смеешься? Один на один. Один на один. Он. Да. Ну окей, ты готов принять вызов? Давай, на бабке. Да, давай, давай, давай. Я ставлю пятихатку, что Яндекс выиграет тебя. 100 долларов. Не, 500 рублей, ну, ну тут много здесь на прошлый доллар. А у Яндекс выиграет что? Хомяка, даже с твоими лессонами, даже если он Air Fusion пикнет, не то ему не поможет. Блять, ну тут, конечно, хуй его знает, я бы засомневался, блядь. Блядь. Ну не знаю, я бы сказал... Исходя из паблика, то, что я видел...
как бы, ну, у Свята все-таки скилл-то попиже, чем у Яндекса будет. Потому что Яндекс, с Яндексом я играл как раз на паблике, он вообще нихуя не показал. То есть у него был там один раз, наверное, я его там раз 40, блядь, перестрелял. То есть он, ну, вообще, как бы... Ну, второе то, что ты говоришь. Ну, давай, давай, вот видишь, как бы, Джерк, как бы, вот, просто... Ну, я бы в этом противостоянии поставил бы на Хоми, конечно, потому что... Нет, я ставлю на Яндекс, если однозначно. BL5, вот, если они садятся играть полную дуэль на всем оружии, правильно? Вот, то, как бы, Яндекс разъебет Хоми просто, ну... Ну, может быть, там, 3-2 вообще легко. Нет, да, это вот... Я такой реакцию сказал, блядь. Если он локдаун будет абьюзить вот этот РПГ, который я не умею... Ну, да, ты что, если не умею? Ну, ты нам, я тебя отлично научу, и все равно ты его не выиграешь. Вот, в чатике подсказываю, что Яндекс вообще лох какой-то, на самом деле. Кто такой Даскборн, кто не знает? Да, это тоже хуйплит один, вообще, ебал его рот, если честно. Так, ребят, короче, я завершу стрим, потому что я устал, хочу спать. Вот. Сейчас я замьючусь, попрощаюсь. Вы там прощайтесь. Лера is a bummer. Всем счастливо. Вот. Да. Чатик, да. Спокойной ночи там. Да, не фапайте слишком много, а то будете как Хоми не видеть Карнейджа внизу. Блин, смешно. Ладно, спасибо, чат, прощайся. Ребят, спасибо всем большое, что зашли. Давайте, счастья, здоровья.